Озвучено проектом Шаурма Студиос. Текст читал Шаурма. Поехали. Вы продолжаете звать Инка. Вы зря тратите время. Никто не придет. Эй, Санс! Что? Почему куб похож больше на скелета, чем пирамида? Папи! Потому что... Нет! Не смей! У него ребра больше! Прекрати! Да ладно тебе, бро! Ты ведь смешной! Это не я! Серьезно, Санс, который любит шутки? Я тебе даже больше скажу. Знаешь, почему тупиц не пускают за руль? Почему? Потому что машине не нужен второй тормоз. Чел, ты крут. Можешь остаться жить у нас, если хочешь. Вы двое убьете меня своими тупыми шуточками. Суббота 22-го. Когда отец посоветовал мне вести дневник, чтобы отслеживать изменения в таймлайнах. Что ж, теперь в этом доме снова три скелета. Я не совсем понимаю, почему, но другой Санс похож на моего бро только внешне. Гораздо больше он подходит на меня. Я планирую выяснить это чуть-чуть позже. Я боялся, когда он узнает, что его вселенная была уничтожена, то он начнет новую драку, ну, или что-то типа того. Мне все равно, что там случилось с моим миром. Все равно там никого, кроме меня, не было. Тот говнюк убил всех и бросил меня в пустом, разваливающемся мире. Чувак, а почему ты тогда так испугался той тряпочки? В моем мире больному или слабому монстру тряпку запихивают в глотку, чтобы не орал, пока его разделывают. Ясно. Но его реакция оказалась не совсем такой, как я ожидал. Мне кажется, что он что-то скрывает. Санс куда-то ушел, сказав, что я должен хорошо относиться к другому Сансу. Черт, надо придумать ему кличку. Что ж, будем налаживать дружеские отношения. Че с его носом? У нас больше общего, чем я ожидал. Поладить будет несложно. Ты в порядке? Да. Послушай, когда папе плохо себя чувствует, он точно так же ложится, скрестив руки. Ну, и притворяется спящим. И чё дальше? Я не знаю, как у вас, но в нашем мире не нужно скрывать, если тебе плохо. У меня просто болит башка. Отстань. Ох, и часто у тебя такое бывает? Всегда. Что? Я сказал всегда, но сейчас сильнее после того, как твой бро приложил меня о пол. Ну, может, тебе стоит перестать использовать магию? Чего? Потуши свой глаз. Зачем ты держишь его активированным? От этого голова и болит. Ты боишься, что я наброшусь на тебя? Ты не понимаешь. Я не могу погасить его. Он тип сломан. Лок, кажется, пытался подружиться с другой версией себя. Не уверен, хорошо это или плохо. Бро, взял другого Санса. Нужна кличка. Патрулирование. Именно в этот день местный хулиган решил воспользоваться моим отсутствием. Идиот. Эй, мелкота! Нашел себе нового телохранителя? Ха, а чё он такой короткий? Выбираешь друзей по размеру? Эй, пацан! У тебя что-то в земле застряло.